Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. У нас сегодня с вами не так много, вот, но я так думаю, что собрались те, которые хотят, возможно, уточнить какие-то вопросы касаемо партнерской программы, которая действует в компании Skyway Capital с 18 числа этого месяца. Поэтому поставьте плюсики, если все хорошо, если меня видно, слышно. Тут стоит небольшой, скажем так, рабочий гвалт у нас в комнате. Вот, я думаю, сейчас вопросы решатся. Не мешает разговоры в комнате, там особо ничего не слышно? Если мешает, поставьте цифру 5. Не мешает, да? Хорошо, коллеги. Вот, я просто говорю в микрофон, возможно, многое вам не будет слышно, то, что здесь происходит. Поэтому будем с вами двигаться по информации. Я смотрю, что есть Людмила из Закавказа, рад вас всегда видеть. У нас есть... Какие еще города сегодня напишите? Вижу, что Галина из Москвы. Переживает за что-то. Хотелось бы понять, за что переживает, потому что переживать не надо. Переживать, нервничать, суетиться, в принципе, никогда не приводит до добра, до какого-то. Так, коллеги, если... Так, Смолевичи, Беларусь, рад вас видеть. Таисия, Рига, очень здорово. Это столица Латвии, красивый город европейский. Откуда еще у нас есть партнеры сегодня на нашем вебинаре? Я вижу, что сразу два человека соскочили. Ну, видно, уже, скажем так, надоело говорилка на экране, либо информация им, в принципе, не особо нужна. Вот. Итак, коллеги, я думаю, что большинство из тех, кто присутствует сегодня на вебинаре, знают, что маркетинг-план компании Skyway Capital изменился. Скажите, есть ли те, кто этого не слышал, либо не знает? Если есть такие, поставьте цифру 1. Вот. Потому что, скажем так, были вопросы в первые дни действия нового маркетинга. Почему изменились какие-то квалификации и так далее, и так далее. То есть тех людей, кто не слышал эту информацию, я так понимаю, в комнате сегодня нет, да? Хорошо, а есть ли те, кто не знаком с той информацией, что про маркетинг, про квалификации, которые есть в маркетинге компании Skyway Capital, можно уже, скажем, посмотреть и в личном кабинете. То есть долгое время нам партнеры предлагали разместить эту информацию, и сегодня в личном кабинете партнера компании Skyway Capital можно сохранить на своем компьютере как презентацию, которую сегодня я пролистаю вам в слайдах, да, так и текстовое описание маркетинг-плана, то есть что из себя представляет каждая отдельно взятая квалификация, какие вы сможете получать проценты при движении по нашей карьерной лестнице. То есть, в принципе, вся эта информация есть, ну, в сжатом, в простом виде. Такие мероприятия, которые проходят сейчас, они, по сути дела, у нас будут для уточнения, для вопросов. Вот, кстати, если таковые имеются, вы, в принципе, можете их писать в чат. И по окончанию, скажем так, того, что я расскажу на слайдах, то, что у нас сегодня есть, да, в маркетинге компании Skyway Capital, я потом отвечу на ваши вопросы. Вот. Возможно, у кого-то есть какие-то сомнения, пожелания, да, отношения к тому, что сделано буквально недавно. Итак, коллеги, новый маркетинг, он, с одной стороны, наверное, в большинстве своем, да, процентов на 90, он проще. Проще, наверное, в понимании, потому что нужно запомнить одну простую вещь, да, то, что запомнить, что здесь у нас идет четкая процентная выплата с уровня глубины от вас. И она не меняется, то есть нет каких-то там дополнительных условий, да, что вы там, допустим, где-то выбираете пятый уровень, где-то только до третьего, где-то до второго. Это раньше было при том маркетинге, когда у нас серьезно, скажем так, изменяли уровень дохода и процентной выплаты, когда нас догоняли кто-то, но не в первом поколении, которое нас двигало, да, а в глубине. Соответственно, мы могли недополучать. Что касаемо квалификаций, да, они были изменены, и квалификации, которые у вас были до 18 числа, они поменялись на те квалификации, которые соответствуют всем вашим действиям, предпринятым в нашей компании, в соответствии с маркетингом, который у нас есть сейчас. Итак, я думаю, что фраза, которая сейчас отражена на экране, для многих из вас уже, может, даже наизусть ее запомнили, то, что партнерская программа – это возможность быстрого роста дохода. Возможность создания своего собственного бизнеса на базе доверительных, скажем так, человеческих взаимоотношений с людьми, которым вы можете донести информацию о той возможности, которую предоставляет компания Skyway Capital. Что важно отметить, то, что у нас было в прошлом, предыдущем, точнее, маркетинг-плане 7 квалификационных уровней, да, то есть 7 ступеней карьеры, на сегодняшний день их 5. Вот. Но ситуация, которую можно назвать, скажем так, клиентство, да, то есть человек, который просто зарегистрировался на сайте и не сделал пока никаких шагов, он остается у нас на уровне клиента, но это не считается сейчас квалификацией.
То есть человек зарегистрировался, разбирается в информации, задает свои вопросы всем тем, кто его окружает. Это могут быть информационный спонсор, наставник, это может быть специалист отдела информационной поддержки. Как правило, при регистрации на сайте Skyway Capital через короткий промежуток времени кто-либо из наших менеджеров в Москве перезванивает людям, уточняет, полностью ли они разобрались в информации, в чем им можно помочь, подсказать, доносят новости последние, которые у нас есть и так далее. То есть это очень здорово, потому что сразу хочу вам сказать, в большинстве компаний, которые работают в мире MLM, большинство компаний, у которых есть партнерские программы, не имеют такого отдела информационной поддержки. Да, есть служба технической поддержки, в большинстве случаев это обращение сайта в письменном виде, и потом вы ждете, да? Тогда решится ваш вопрос. У нас есть возможность звонить по телефонам, которые указаны на сайте, либо сейчас даже предоставляется возможность прямо изнутри личного кабинета нажать на кнопку «Позвонить в отдел информационной поддержки», и в течение рабочего времени, да, с 10 до 19 часов по московскому времени, если вы звоните из личного кабинета, то менеджер отдела информационной поддержки отвечает вам на этот звонок и помогает разобраться в том вопросе, который у вас возник. То есть вот одно из преимуществ, которое я видел сразу, когда пришел работать в компанию Skyway, это то, что есть такой отдел, и действительно это большой-большой плюс, это большой шаг вперед по сравнению с огромным количеством компаний. Да, там несколько тысяч компаний, которые работают по партнерским программам, и у них таких отделок нет. Вот. Насчет вашего вопроса «Warum» — это почему, я так понимаю, по-немецки, да, Галина? Вот, я постараюсь ответить вам немножко позже, минут через 10-15. Я плохо знаю немецкий язык, то есть знаю «Ein, zwei, Polizei», «Drei, vier, Grenadier», «Fünf, sechs, alte Kicks» и так далее, там «Sieben, nach, gut, nach». «Warum» — это почему, вроде бы как, да? Или «Зачем?» Вот, «Зачем», наверное, все-таки. Итак, друзья, 5 квалификаций. Вы видите аббревиатура справа синим цветом. «Партнер», «Консультант», «Лидер», «Мастер» и «Эксперт». Как и в прошлом маркетинг-плане, да, у нас существуют определенные условия для того, чтобы ваша квалификация росла. Но что очень важно, для того, чтобы вам шли начисления на ваш бонусный счет от того, что вы предпринимаете какие-то действия, даете, сами изучаете, да, информацию, даете эту информацию вашему окружению, то для того, чтобы, скажем так, по вашей ссылке реферально люди регистрировались, вам нужно сделать один ход. Зайти в личный кабинет, в раздел «Инструменты партнера реферальной ссылки» и еще в целом ряде разделов, скажем, в личном кабинете, для того, чтобы, скажем так, эта информация, можно сказать, бросалась в глаза, да, у вас открывается сообщение, что для того, чтобы зарабатывать деньги в сотрудничестве с компанией Skyway Capital, необходимо заключить агентское соглашение либо подписать договор, это звучит так по-русски, да. Открывается текст этого договора, если вы соглашаетесь с тем, что вы готовы его подписать. Вы можете его пробежать, прочитать, ознакомиться и внизу просто нажать кнопку, что вы согласны с этими условиями. Вот. И с этого момента у вас становятся доступными реферальные ссылки, которые у нас находятся в личном кабинете. Именно их вы можете копировать, давать информацию тем, кто, скажем так, вас уже выслушал устно, да, и понимает, что это перспективно, и просто вы им сбрасываете в скайпе на электронную почту ссылку для регистрации в личном кабинете, да. Кому-то, кого вы хотите ознакомить, просто кратко спросили, хотел бы ты узнать информацию о том, как буквально в ближайшие 2-3 года стать успешным, получить дополнительный источник дохода, даже если у человека есть какой-то источник дохода, да, либо получить серьезный источник дохода, если у него не очень большой этот источник. И дайте ссылку на, например, на лендинг-партнера, либо на наш официальный сайт, где человек может ознакомиться с информацией, и потом, скажем так, вы ему можете дать снова ссылку на регистрацию, либо после ознакомления с информацией на сайте он может сразу же перейти, главное, чтобы вы это проконтролировали, нажать кнопку регистрации, и он становится вашим реферальным партнером. Даже если вы просто подписали агентское соглашение, и при этом еще даже не успели купить какой-либо из пакетов акций нашей компании, и человек по вашей реферальной ссылке зарегистрировался и приобрел какой-либо из пакетов, с первого поколения вам сразу начинает начисляться 15% от того товарооборота, который сделал человек, ставший нашим инвестором и купивший пакет акций. Для партнера условия следующие. То есть, если вы ничего не купили, просто подписали агентское соглашение, это квалификация партнер, то уровень дохода, точнее, уровень максимальный, с которого вы можете получать процент, это четвертый. С четвертого уровня вашей глубины вам начисляется 1%, с третьего 2%, со второго уровня 4%. Да? То есть если человек, которого пригласили, кому-то тоже рассказал, он зарегистрировался, купил пакет на $100, например, 4 доллара будет начислено вам на бонусный акционный счет. Вы видите, да? Начисление идет и туда, и туда. И если вы
Продолжайте давать информацию людям, причем какое количество людей будет в каждом из уровней, какая будет конфигурация вашей сети, абсолютно неважно. Ее может занести в левую сторону, там, да, ее может вправо, она может развиваться. У вас может быть 10 партнеров на первом уровне, 3 на втором, 20 на третьем там, и так далее. У вас идет привязка выплаты процентов четко к уровню, глубине от вас. То есть я думаю, что ничего сложного не сказал, это квалификация партнера. Первое по нашему маркетинг-плану. Следующая квалификация, вот тут начинает действовать, скажем так, дополнительные условия, чтобы расти по квалификации, по карьерной лестнице. Этих условий, как правило, три, как это было и в предыдущем маркетинге, если вы помните, да? Там нужен был выполнить, скажем так, товарооборот личный, там был товарооборот всей структуры и количество людей, повторивших вас. Если вы помните, по предыдущему маркетингу необходимо, чтобы вас всегда повторяли 4 человека на предыдущей ступеньке. Чтобы вырасти на одну ступеньку, нужно, чтобы минимум 4 повторили вас. Здесь, если вы проинвестировали в наш проект $100 сами, либо более, минимум 2 человека в вашем первом поколении точно так же купили от $100 и более пакеты, и суммарно весь товарооборот, делаю акцент, товарооборот первого поколения, если составляет $500, да, то есть это товарооборот, который сделали люди, пришедшие по вашей рекомендации. Как можно выполнить данную квалификацию? Вы знаете, у нас большое количество людей, которые при входе в наш проект купили на 200, на 350, на 550, на $1000 и так далее. То есть если вы сами купили, грубо вот привожу пример, на 1000, и у вас образовалось 2 человека в первом поколении, которые взяли по 100, то вы сразу же выполняете квалификацию консультанта. Потому что условие такое, что товарооборот первого поколения с учетом ваших личных инвестиций. Вы можете сами купить на 300, и 2 человека купили на 100, вы выполняете условие 500. Как только это происходит, вам присваивается квалификация консультант, и у вас становится доступным 5-й уровень, то есть открывается еще один уровень глубины. При этом распределение процентов выглядит следующим образом. 15% с первого поколения, 5 со второго, 3 с третьего, 2 с четвертого и 1% вы получаете с 5-го поколения. Это квалификация консультанта. Третья квалификация. Здесь также есть 3 условия, которые необходимо выполнить. Первое условие. Ваши личные инвестиции должны достигать суммы $200 и более. Второе условие. Минимум 3 человека в вашем первом поколении должны приобрести пакеты акций на сумму от $200 и более. И суммарный товарооборот всего первого поколения вашего в структуре, да, должен быть равен либо больше $2000 США. Как только это происходит, вам открывается еще один уровень глубины, изменяется процент. Первое поколение остается, как и прежде, на уровне 15%. Второе поколение уже становится 6%. Третье поколение 3%. Четвертое 2%. Пятое и шестое по 1%. То есть получается, что у вас добавляется уровень, если вы строите активно партнерскую структуру и, скажем так, появляется большое количество людей, то, как правило, в шестом поколении, если правильно следовать как бы так геометрической прогрессии, там большое количество людей, из того товарооборота вам выплачивается 1%. Это квалификация лидер. То есть в этом случае точно так же деньги начисляются вам на акцион и на бонусный счет. То есть $100, грубо, да, приведу пример, даже 200. Если человек в первом поколении купил у вас на $200 пакет, соответственно, с первого поколения $30 вам начисляется на бонусный счет. И вы можете в дальнейшем либо эти деньги вывести, да, либо приобрести на них акции. И также $30 вам начисляется сегодня и на акционный счет. Это пакет, точнее, это счет, с которого вы можете только купить акции. По сути, это подарок компании. Вот, и это надо ценить. Следующая квалификация называется мастер. Может, кто-то из вас вспомнил мастера и Маргариту. Да? Кто-то, может быть, вспомнил Данилу Мастера, у которого плохо выходил каменный цветок в свое время. Ну, вообще мастер – это тот человек, который овладел всеми тонкостями бизнеса, то есть почти получилось слово «обалдел». Вот, обалдел от возможностей, да, которые здесь открываются. Итак, также 3 условия. Первый из них – ваша личная инвестиция в нашем проекте должна составлять не менее $500 США. То есть вы купили пакеты на сумму 500, причем это может быть единоразово, может быть суммарно. Вы знаете, да, все, что вы покупаете, оно суммируется. В первом поколении у вас должно быть не меньше 3 лидеров, то есть тех людей, которые выполнили вот эту квалификацию. Сами 200, и в первом поколении у них есть
не меньше трех людей, которые сделали по 200, и суммарный товарооборот первого поколения у них составляет 2000 долларов США. Третье условие в этом случае – суммарный товарооборот первого поколения вашей структуры должен составлять не менее 5000 долларов. То есть учитывается ваша личная покупка и всех людей, которые находятся в вашем первом поколении. У вас могут быть люди, которые пришли строить бизнес, да, и сделали действительно закупку на 200 долларов и работают активно со своей структурой. А также в первом поколении может быть просто инвестор-партнер, да, который купил там на 1000 долларов и ждет выхода компании на мировой рынок инвестиций в 2017 году, чтобы потом что-то делать с этим пакетом. Продать его целиком, продать его частично, либо ждать, когда построятся дороги, получать дивиденды от того количества акций, точнее на то количество акций, которые у него есть. Итак, я сказал, что третье условие – это товарооборот всего вашего первого поколения не менее 5000 долларов США. В этом случае у вас добавляется еще три уровня глубины. Первое поколение вам приносит 15%, второе уже 7%, третье, как и прежде, 3%, четвертое – 2%, пятый, шестой уровень приносит вам по 1%, а с 7 по 9 уровень вам становится доступен такой процент – 0,5 от товарооборота с этих уровней. Вознаграждение, как я говорил раньше, выплачивается в одинаковом количестве на бонусный и на акционный счет. Ну, немножко приоткрою завесу, наверное, да, я думаю, что не все были на первой презентации маркетинга, это было еще 2 недели назад, и на тот момент руководство компании считало, что на первых квалификациях этого маркетинг-плана выплаты на бонусный счет считать 100%, а вот на партнере, потом на консультанте и на лидере планировалось сделать так, то есть 100% идет на бонусный счет, 20% на акционный, 30% у лидера на акционы, точнее не у лидера, а у консультанта, и 50 у лидера на акционный счет. Потом приняли решение, скажем так, ну, как говорится, не ломать копья, не усложнять понимание маркетинга, да и просто пока, скажем так, компания не жадничает и выплачивает людям такое же количество денежных средств на акционный счет, и сделали так, что 100% идет от вашей положенной премии и на бонусный счет, и на акционный счет. Итак, коллеги, последняя квалификация, но последняя не хочет называть, наверное, давайте верхняя ступенька карьеры компании Skyway Capital, называется эксперт. Вы сможете стать экспертом, когда сумма ваших личных инвестиций в наш проект составит не менее 2000 долларов США, когда у вас в структуре есть минимум 3 мастера в разных ветках, да, в разных ветках вашей структуры, в разных ногах это еще называют, по-разному называют партнерских программах, да, отдельно взятую структуру. И из этих трех мастеров, два из них обязательно должны быть в первом поколении. А третий мастер может находиться во втором, в третьем, в пятом, в десятом, в двадцатом. Важно, чтобы он не находился в ветках первых двух мастеров. Вот, я бы хотел потом, чтобы вы уточнили, понятно ли я это сказал. То есть третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций первого поколения всех людей, кто в нем находится, должен составлять не менее 10 тысяч долларов США. То есть ваши 2000, у этих людей по 500 как минимум, да, если они мастера. То есть это уже 1,5. Ну и все остальные люди, которые сделали инвестиции суммарно за все время сотрудничества с нашей компанией, выдают цифру 10 тысяч долларов накопительного товарооборота вашего первого поколения. Происходит, когда это вы становитесь экспертом. Вот. И у вас в этом случае, помимо тех денежных средств, точнее процентов, которые выплачивались на квалификации мастер, открывается еще 11 уровней глубины. И с этих уровней, с 10 по 20, вы получаете 0,2%. То есть глубина, как правило, если строить структуру основательно, скажем так, помогать людям развиваться в нашем бизнесе, то глубина вам будет приносить максимальный доход. Хотя и процент не очень большой. Хотя очень важный момент, да, вот люди иногда регистрируют там 5-10 человек первого поколения, помогают им развиваться, и потом, скажем так, как говорится, уходит от работы в поле, ну, считает, может быть, не барское это дело, да, у меня там уже погоны на уровне там мастера либо эксперта, ну, что я буду еще новых людей подписывать? Просто надо не забывать, что первое поколение вам приносит максимальный процент, 15. И когда вы регистрируете человека в первое поколение, к нему просто нужно отнестись, помочь ему развиться, помочь научить первые шаги делать правильно, да, и помочь научить зарабатывать деньги, по большому счету. Благо, сейчас у нас целая череда обучающих мероприятий каждую неделю. У нас по вторникам и пятницам Григорий Мирошниченко с большим опытом сетевого бизнеса рассказывает, что и как необходимо делать, да, для того, чтобы добиться успеха.
У нас есть вебинары, которые, скажем, направлены на личностный рост. По средам они проходят, по понедельникам, по вторникам активно работают с нашими партнерами, и с региональными лидерами, и Нета Анджина, и Ирина Волкова. Вот. У нас Павел Манылов недавно подключился, по субботам проводит вебинары, касаемые, что из себя представляет в целом проект Skyway, как к нему нужно относиться и как тоже получать здесь доход. То есть было бы желание у вас эти вебинары посещать. По четвергам Владимир Маслов рассказывает, дает интересную и полезную информацию, как создавать адресные проекты, в чем их ценность, да, что они могут дать каждому отдельно взятому инвестору и компании в целом. Вот. Поэтому расписание вебинаров у нас есть в группе официальной ВКонтакте компании Skyway Capital. Каждую неделю с пятницы вечера до понедельника, да, то есть в разное время бывает, когда мы, скажем так, четко уже знаем расписание вебинаров, у нас делается рассылка на электронные адреса по базе наших партнеров. И заглянув на свой электронный почтовый адрес, вы можете открыть письмо, в котором написаны все мероприятия, которые планируются на предстоящей неделе, и ссылки, как на эти мероприятия попасть. То есть вы заранее можете планировать, как, что вам поступить на предстоящей неделе, на какие мероприятия пригласить новичков. Сразу хочу сказать, такие мероприятия, как презентация по понедельникам, четвергам, да, вот та же партнерская программа по вторникам и пятницам, направлена на то, чтобы ну, ваши новые приглашенные, может быть, даже те, кто не сделал каких-то шагов еще, да, разобрались, что из себя представляет проект, как бы в целом, и потом они могут уточнять уже более конкретную информацию, чтобы иметь картину, да, что за технология, что за компания, какие предложения она делает, и какие проценты они могут зарабатывать. По средам у нас есть обучающее мероприятие, завтра это будет 17 часов. Оно по личному кабинету, да, то есть, чтобы легко ориентироваться, что где находится, как информацию, скажем так, найти, которая необходима и так далее. Я вам предлагаю просто использовать эти вебинары не просто для того, чтобы просиживать время, ни в коем случае не хочу вас на это ориентировать, а использовать их как инструмент, который позволит вам самим разобраться до конца во всем и вашим партнерам, которых вы приглашаете в этот проект, понять, что где, как найти и как что и где выглядит. Вот. На данном слайде вы видите табличку, да, в принципе, она наглядная, дает информацию о том, что из себя представляет маркетинг-план на сегодняшний день. Если вы партнер, даже если вы не купили, скажем так, пока еще пакетов акций, вам идут начисления с четырех первых уровней и процентная раскладка вы видите сейчас на своем экране на голубом фоне. Если вы консультант и уже приобрели пакеты акций не менее чем на $100 и товарооборот первого поколения 500, да, минимальный, соответственно, у вас открывается еще один уровень и немножко увеличивается процент со второго и с третьего уровня, с четвертого, да, добавляется по 1% и один еще с пятого поколения. Если вы человек, который достиг квалификации лидер, то, соответственно, у вас товарооборот накопительный в первом поколении должен быть не менее 2000, ваша личная инвестиция должна быть не меньше $200 США, да, и минимум 3 человека, вас повторяю, в первом поколении тоже инвестируют на $200 либо более. У вас открывается шестой уровень на сиреневом фоне, на светло-сиреневом фоне. И на втором уровне у вас добавляется 1%, вы начинаете получать 7%, да, и добавляется еще 1% шестого поколения. Если вы мастер, товарооборот первого поколения, у которого $5000, вы лично сделали не менее 500 инвестиций в наш проект, и у вас есть не менее 3 человек, которые стали лидерами, то вы начинаете выбирать с 9 уровней, и проценты здесь прописаны. И если вы эксперт, а это 10 тысяч товарооборотов в первом поколении, личных инвестиций не меньше $2000, да, и у вас есть 3 мастера. 2 из них обязательно должны быть в первом поколении, 3 может быть где угодно. Важно, чтобы не в структурах этих мастеров, которые находятся в первом поколении. Вы получаете до 20 уровня. То есть, по сути дела, это вот такой простой маркетинг на сегодняшний день. Маркетинг-план накопительный, так же, как он был и раньше, да. Квалификационным еще более жестко считается первый уровень, потому что раньше, например, мы считали только товарооборот всей структуры. Сейчас в учет, в зачет идет, да, для роста квалификации только первое поколение. Вывод средств прежний, то есть когда вы достигли товара, точнее, когда вам начислили не менее $30 на бонусный счет, вы можете деньги выводить. Условия роста квалификации, опять же, это объем ваших личных инвестиций и объем инвестиций людей, которых вы привлекли в первом поколении. Минимальная сумма, которую вы можете проинвестировать и зарабатывать серьезные деньги, это $15 США. То есть вы сами можете купить минимальный пакет из обычных пакетов, которые есть на сегодняшний день. А в дальнейшем просто давать людям информацию, да, ну, возможно, было бы глупо не докупить себе еще каких-то пакетов, если вы верите в проект, если вы строите структуру, если вы людям говорите, что это перспективное вложение денежных средств, я думаю, что вы на $15 не остановитесь. Нет необходимости квалификацию подтверждать. Поднялись один раз на следующую ступеньку, вниз уже не упадете. Выше вырасти можете.
При приложении каких-либо, скажем так, ну, может быть, больших усилий физических, моральных, больше времени сможете уделять, да, когда увидите первый рост и поймете, что это, в принципе, просто. Да. Я не могу сказать, что это легко, но действия просты. Потому что информацию вы можете доносить с помощью своего наставника, если у вас таково имеется в том месте, где вы проживаете, это вообще очень здорово. Вот. При помощи мероприятий, которые у нас проходят в интернете, да, при помощи, вот, в недалеком будущем уже будут проводиться в целом ряде городов и не только Российской Федерации, живые презентации, куда вы можете приглашать людей, которые могут заинтересоваться нашим проектом, да, они получат там информацию, они зададут вопросы ведущим этих мероприятий, увидят, что, скажем так, реально есть живые люди, которые двигаются в этом проекте, да. По сути дела, живые мероприятия, ну, это, наверное, так назвать, подтверждение, социальное подтверждение того, да, что люди не одиноки в принятии решения, инвестировать им или нет. Выплаты вознаграждения есть у нас вплоть до 20 уровня и достаточно высокий процент от привлеченных инвестиций лично вами, с товарооборота, который делают люди, приглашенные вами в этот проект, и от 0,2 до 7% глубины, вплоть до 20 уровня глубины. Нет ограничения по количеству тех, кого вы можете зарегистрировать по своей реферальной ссылке, то есть тех партнеров, которые будут являться лично вашими партнерами. Первое поколение, первый уровень, так это называют. Да? Вот, это те, кто поверили вам. И рекомендация здесь такая, если вы давали человеку информацию, если он не разобрался, если он увидел вас, скажем так, того, с кем он готов связать какое-то количество лет, а возможно, скажем так, и больше, да, потому что, по сути дела, спонсор в сетевом бизнесе – это тоже важная очень единица, и мы принимаем решение не просто на один день, да, что мы вот там за один день что-то выучим и дальше будем делать, что хотим, а дальше, скажем так, по мере построения сети вы вместе будете идти нога в ногу. То есть у нас командный бизнес. Иногда еще его сравнивают с альпинизмом, когда, например, одного человека, там, бригада из 3-4 человек выбрасывает наверх куда-то, да, и он, поднявшись оттуда, подает им руки и подтягивает их за собой. Ну, примерно так можно рассмотреть со стороны работы в партнерских программах. То есть ограничений по ширине нет, но очень еще важный момент, если у вас будет 20-30 активных людей, которые, да, в один голос будут кричать «научи меня зарабатывать», то у вас не хватит времени, поэтому будет, наверное, наиболее правильно, ну, в первое время там взять 3-4-5 человек максимально и вместе с ними начать развивать эту структуру партнерскую. Потом, по мере того, как они научатся делать простые шаги, вы можете взять себе еще одного-двух, потом еще одного-двух, и таким образом расширять свою структуру в ширину, получая при этом максимальный процент от тех инвестиций, которые делают люди, непосредственно зарегистрированные под вами. Не дарите людей. То есть, потому что некоторые приходят сами, видят, что у технологий есть большие перспективы, видят, что здесь можно заработать денег, смотрят на своих родных и близких, которые не зарабатывают больших денег, но хотели бы, скажем так, получать, но мало кто из них готов что-то делать, регистрируют их, кого-то ушатывают, уплюшивают, чтобы они внесли, скажем так, не корости ради $15, а некоторые за кого-то даже сами платят. Вот. И потом надеются, что те люди, за которых они заплатили, сейчас одухотворятся и начнут, скажем так, осуществлять активные шаги и строить этот бизнес. Вы знаете, в 99 случаях из 100 не работает. Вот. Поэтому, если вы таких людей подписали, там, если у вас, скажем так, целый, как говорится, утиный выводок, да, там 7, 10, 15 человек ваших горячо любимых родственников, я ничего плохого не имею в виду в этом случае, но тем не менее, никто из них не шевелится, то лучше, что вы можете сделать, вот, скажем так, 16-го человека, также поставить себе в первое поколение и помочь ему бизнес развить, потом взять 17-го и так далее. Не стимулируйте лентяев, скажем, их все равно свеча не разгорится, да, из-за того, что, скажем так, вы за них, для них заработаете денег. А вы можете устать. Если вы, скажем, 10 человек подписали под себя родных, потом каждому из них по 5, вы знаете, а при этом еще, скажем так, вам будет начислен процент гораздо меньше, чем им, вот, и они заработают какое-то количество денег, и потом, не делая ничего, будут просто вам задавать вопрос, слушай, а когда у вас следующее начисление денег для меня, да? Но не думаю, что это вас сильно обрадует. Поэтому бизнес, именно если говорить о бизнесе, нужно строить с тем, кто хочет его создавать и строить, и зарабатывать. А не с теми, кто, скажем так, ну, ждет, что вот он утром проснулся, раз, а под подушкой деньги. Хорошая ситуация, кстати. Об этом, может быть, мечтает большинство, но есть те люди, которые понимают, для того, чтобы под подушкой что-то было, нужно пошевелить, ну, как минимум, мозгами, руками и ногами, да? Вот. Что-то узнать новое, донести до кого-то. Помочь кому-то, кстати. Если у нас сегодня в комнате люди, которые читали книжку Роберта Киосаки, и не одну, поставьте, пожалуйста, просто плюсик. Знаете, есть такой автор, да, который, по сути дела, последние, наверное, 20 лет, а может даже и больше, посвятил
обучение людей финансовой грамотности. Да? То есть самая первая книжка «Богатый папа, бедный папа», и потом у него там целая череда, вплоть до последней книжки с Дональдом Трампом «Почему мы хотим, чтобы вы были богаты», называется эта книжка. Так вот, у него есть книга, которая посвящена и MLM-бизнесу, и сетевому бизнесу, называется она «Бизнес-школа». Вот. А в одной из книг его, скажем так, «Богатый папа», да, то есть тот, кто его обучал простому движению денег, как и что нужно относиться к тому, что ты делаешь и так далее, как зарабатывать большие деньги, создавать, он сказал очень интересную фразу. Миллионер – это не тот, который, скажем так, по одному доллару соберет с большого количества людей, да, и разбогатеет сам. Если вы можете оказать услугу миллиону человек, значит, вы миллионер. И, в принципе, у нас вот именно по этим законам развивается бизнес по партнерской программе компании Skyway Capital в том числе. Вот. Потому что если к этому бизнесу просто относиться как к сухому выколачиванию денег из тех, кого вы пригласите за собой, да, ну, на каком-то этапе вы захромаете, структура перестанет развиваться, потому что еще есть очень важный момент. Люди любят нормальные отношения. Они не хотят быть инструментом, да, из которого залезли в кошелек, что-то выдернули там, вот, красиво рассказав, и сказали, все, свободен, следующий. Вот если такое будет отношение, ну, это не совсем корректно, точнее сказать, совсем неправильно. Что еще хотел добавить по особенностям, да, и преимуществам партнерской программы? Опять же, что бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте одновременно на бонусные и акционные счета. Есть ли у нас в комнате те, кто не знает о том, какие пакеты акций на сегодняшний день вы можете приобрести в личном кабинете партнера компании Skyway Capital? Если есть кто еще, скажем так, не владеет свежей информацией, то, наверное, поставьте тоже цифру 1. Хорошо? Если вас не затруднит. Потому что буквально с начала этой недели, с конца прошлой недели, у нас появились новые пакеты, как в рассрочку, да, так и пакеты, которые вы можете приобрести единоразово. Вот. Скажите, надо ли мне поделиться экраном и показать личный кабинет наших партнеров, чтобы вы видели, да, раздел «Инвестировать» и о каких пакетах идет речь. Если вы считаете, что надо это сделать, опять же, просто плюсы. Если нет, в принципе, я могу это озвучить на словах, да, а вы можете зайти в свой личный кабинет и в этом убедиться. Я вижу, что два человека поставил, написало «да», Елена поставила плюсики. Ну, не так много, конечно, да. То, что в основном партнеры здесь, ну, это хорошо, Людмила. По поводу дерева. Вот Юрий дальше продолжает задавать вопросы. Дерево можно купить в РСВ. Насколько мне известно, возможность приобретения, скажем так, зеленых насаждений с личного кабинета не убрана. Вы можете зайти, выбрать там себе пакеты, в разделе «Инвестировать» они были. Вот до недавнего времени буквально. Итак, друзья, кратко буквально открываю экран. Покажу раздел «Инвестировать» личного кабинета компании Skyway Capital. Вот, по-моему, это он есть. Сейчас у меня загрузится программа. Занимает несколько секунд буквально. Так, программа у меня загрузилась. Я начинаю трансляцию. Если вы сейчас что-то видите, я предполагаю, что уже видите. Вот. Я сейчас расскажу по поводу именных, ну, точнее, не именных монет, наверное, юбилейных. Я так понимаю, у вас информация пошла, да, на экране? Итак, коллеги, раздел «Инвестировать» личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Вы зашли в личный кабинет, выбрали инвестиции и инвестировать. На сегодняшний день у нас существует возможность приобретения в рассрочку 4 пакетов акций. Первый из них $25 ежемесячно на 10 месяцев рассрочку. Можете быстрее ее платить. Суммарно у вас выйдет на выходе 32,5 тысячи акций. Это здесь дисконт составляет 130 раз. То есть, если сравнивать просто с пакетом акций стоимостью за $30, да, то дисконт составляет 61. В 2,5 раза выгоднее брать, правда, это ежемесячная рассрочка, ежемесячная покупка. То есть, если вы, взвесив свои возможности, принимаете решение, что ежемесячно вы готовы оплачивать сумму $25 США, соответственно, у вас на выходе будет 32,5 тысячи акций. Также пакет, который действует традиционно на 10 месяцев рассрочки, видите, у нас всего 2 месяца, как бы эта программа действует, мы уже называем традиционно, да, то есть это тот инструмент, от которого компания отказываться не будет, потому что это выгодно нам, компании, мы видим, какие деньги к нам приходят ежемесячно, мы можем планировать, куда и на что их потратить, да, в плане строительства экотехнопарка и так далее. Это выгодно партнерам, потому что, зная, что у вас есть
первом поколении, в других поколениях, те, кто приобрел себе акции в рассрочку, вы можете посчитать, какая сумма денег к вам придет. И используйте ее уже, скажем так, на свое усмотрение. Дисконт на пакете стоимостью $100 ежемесячно, да, то есть суммарно это будет $1000, составляет 220 раз. Соответственно, на выходе у вас будет через 10 месяцев 220 тысяч акций. Есть пакет сеньор, который рассрочка на 6 месяцев, он разбит условно на 3 блока. Если вы выбираете инвестировать в пакет акций стоимостью $50 ежемесячно, то в течение первого блока 2 месяца, первый и второй месяц по $50, за вами бронируется 10 тысяч акций. Если вы продолжаете их выплачивать срок 3-4 месяц, соответственно, за вами бронируется 25 тысяч акций. И 5-6 месяц за вами будет забронировано еще 30 тысяч акций. Суммарно это 65 тысяч. То есть, грубо говоря, вы потратите $300, да, за 6 месяцев, и за вами вам будет оформлен сертификат на 65 тысяч акций. Если мы с вами посмотрим пакет, который сегодня традиционно обычный, кстати, никто не запрещает людям покупать пакеты стоимостью, ну, на сером фоне, да, который не входит в рассрочку, не входят какие-то акции. Если вы купите пакет просто сейчас за $350 США, то дисконт будет 123, и на выходе будет 43 тысячи 50 акций. Если вы будете двигаться по рассрочке, заплатите суммарно даже меньше на $50, да, $300 США, соответственно, у вас на выходе будет 65 тысяч акций. Ну, вы видите, да, намного выгоднее. Почти на 25 тысяч акций больше. Вот. А деньги вы заплатите, скажем так, растянете во времени $300, потому что сейчас, возможно, сложно это сделать. А вот по $50 ежемесячно вы готовы платить. Это очень выгодный пакет. И еще один пакет, который можно приобрести в рассрочку. Здесь уже рассрочка на 9 месяцев. На нем дисконт больше, чем на пакете стабильный. Да? И каждые 3 блока по 3 месяца составляющие вы получите по 150 забронированных акций. В итоге это будет 450 тысяч. И плюс вам еще компания сделает подарок по окончанию, скажем так, приобретения этих пакетов. 90 тысяч акций начислит вам на ваш премиальный счет, и суммарно у вас получится 540 тысяч акций компании Skyway Capital. Вот мы сейчас с вами можем проверить, да, пакет стоимостью, например, $2000 на сегодняшний день. В нем 468 тысяч акций. А у вас будет, если вы приобретете в рассрочку, не будете сразу 2000 инвестировать, а по $200 ежемесячно, 540. То есть почти на 100 тысяч акций больше. Я думаю, что все вы знаете, да, что к 2017 году планируемая стоимость одной отдельно взятой акции – $1 США. У нас также есть пакет юбилейный. Вот кто-то спрашивал про памятную монету. Да, да, это памятная монета с изображением нулевого километра. Вы знаете, что у нас 17 октября была осуществлена процедура закладки нулевого километра будущей дороги Skyway. Если вы за $1000 приобретаете сегодня пакет, дисконт на нем будет 300, уровень доходности, на выходе 300 тысяч акций, да, и вам еще в подарок будет подарена юбилейная памятная монета с изображением нулевого километра Skyway. И еще остается пакет с дисконтом 130. Если вы сразу готовы, например, не по $25 ежемесячно, а сразу готовы заплатить $250 США, то с дисконтом 130 вы можете приобрести 32 500 акций. То есть либо вы выбираете рассрочку, да, и платите 10 месяцев, у вас на выходе эта сумма акций, либо сразу сейчас можете купить этот пакет целиком. Что делать, выбирать вам самим. Никто как бы так не пытается из вас выкинуть последние жилы, забрать у вас последние деньги, да, которые вы планировали, например, израсходовать там на что-то свое. Поэтому, как пишет тот же Киосаки, Бодо Шефер, еще целый ряд авторов, да, обучающих людей финансовой грамотности, если у вас есть доход, и, скажем так, вы можете себе 10% этого дохода позволить проинвестировать куда бы то ни было, то вы будете выигрывать по сравнению с теми людьми, которые все эти 100% тратят. Даже если вы зарабатываете 10 тысяч рублей, да, вот, то на 10 тысяч рублей так же тяжело прожить, как и на 9, по большому-то счету. И вот 1000 рублей вы много не потеряете. Да? Ну, может быть, марку сыра купите там на 30 рублей дешевле. Вот. Либо перестанете есть глазированные сырки, в которых творога, например, нет. И шоколада тоже. То есть неизвестно, в чем они. Да? Поэтому где-то даже в здоровье, может быть, вы выиграете, и найдете еще способ стать успешнее и богаче через год-полтора и так далее. Инвестируя небольшую сумму денег ежемесячно в проект компании Skyway Capital. Вот таким вот образом. Как можно приобрести, вот Юрий, я думаю, что я на ваш вопрос ответил, да, но я не могу сказать, что она будет именной, потому что я вот, если честно, не сталкивался, чтобы на монете была гравировка вашего имени, да, вот. А вот с изображением нулевого километра у нас есть.
А вот Галина подтвердила мои слова, да, то, что я говорил, что вот она кого-то зарегистрировала, своими деньгами им купила пакеты, ничего не хотят делать. Ну, нормально. Помните, были сироты в 12 стульях, там, Паша Емельевич, там, еще. Вот такие вот люди. Вы за них вроде бы бьетесь, там, доказываете, давай вместе что-то сделаем. Они говорят, да давай греби сам. Мне и так комфортно в твоей лодке, мне деньги же начисляются, правильно? Попаши еще немножко, порули. Так. Вопрос. Лидер – это 5000 с первой линии или общий со всей структуры? Да, Игорь, я именно это уточнял. То есть, если в предыдущем маркетинг-плане мы считали товарооборот всей структуры, то сейчас учитывается товарооборот для роста квалификации только первого поколения, с учетом и ваших личных инвестиций. А мастер – это 10 тысяч с первой линии. Так, там дальше все здороваются. Вот, возвращаюсь к нашему чату вниз. Итак, коллеги, если в принципе вопросов нет, да, 12 стульев с Мироном, совершенно верно. Он, наверное, не только ваш любимый фильм, потому что много людей там, как говорится, кладезь мудрости. У нас, кстати, и мультфильмы про Простоквашино, там тоже можно найти очень много перлов, да, который говорит кот Матроскин. Вот. Ну, не только. Даже Печкин там иногда мудрые фразы говорит. Итак, коллеги, если у вас больше вопросов нет на сегодняшний день, то, наверное, будем прощаться. Единственное, хочу добавить, через 18 минут в вебинарной комнате состоится мероприятие, которое будет проводить успешный сетевик, у которого есть опыт построения многотысячных структур, Григорий Мирошниченко. Вот. Я вам рекомендую, если вам интересно узнать, как вы можете стать успешным, как развивать структуру, на этом мероприятии быть и еще успеть на него пригласить какое-то количество своих партнеров, которые, скажем, сейчас сидят в кресле и думают, что им смотреть, Малахова смотреть, Вести, там, да, дежурная часть по НТВ, там, либо ты не поверишь, то есть там какую-то желтую прессу, вот, что у кого-то выросла третья нога, 48 зубов вместо 32 и так далее, и так далее. Да? И они все-таки еще где-то вот в глубине души, у них теплится огонек, они хотят быть успешней, хотят быть, скажем так, богаче и так далее, и так далее. У вас есть время сейчас им, скажем так, капнуть на мозги, как я говорю, да? Вот. Запустить, скажем, червячка им в череп и сказать, слушай, у тебя есть шанс, ты уже купил акции, использовать это с умом и, по крайней мере, вернуть деньги, да, за то, что ты вложил их в этот пакет уже сейчас, не дожидаясь там 2017 года, когда мы выйдем на мировой рынок инвестиций и транспортный рынок. Если есть у вас такое желание, сделайте это. Вас хочу поблагодарить за внимание. Завтра в 17:00, если кого-то из вас увижу, будем говорить по личному кабинету компании Skyway Capital. Вот. Завтра же в 20:00 будет вебинар Ларисы Артамоновой. Я знаю, большое количество людей посещает эти мероприятия. Они им нравятся, они вникают, разбираются, узнают что-то новое и так далее. Поэтому следите за расписанием, которое у нас есть в группе ВКонтакте. В четверг презентация в 18. В 19 вебинар по адресным проектам. Ну, я думаю, в следующие дни озвучу, что будет там в пятницу, субботу, воскресенье. До новых встреч на наших вебинарах. Хорошего вам всем вечера. Вот. У кого-то уже, наверное, близка ночь, я так подразумеваю. Отличного настроения, бодрости духа, состояния здоровья, невзирая на ту пандемию, которая сейчас всех пугает в интернете, да, там и по телевизору, что вот-вот грипп достанет всех, он в ваш дом придет, да, то есть вы здоровы еще, да, с этой рекламы, тогда мы идем к вам. То есть так говорят бациллы, там и вирусы гриппа. Но если у вас будет хорошее настроение, чаще будете улыбаться, есть вероятность, что он мимо вас пройдет. Я вам этого желаю.